Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новое видео по нашему мега-крутому нагибаторскому аккаунтику до легенды на Джаггернауте. Как вы видите, меня закинуло на карту Конгурчик, я уже на Джаггернауте, постараюсь на нем удержаться. Хотел я сегодня записать ролик по тесту комплекта Молотора, не знаю, получится у меня это сделать или нет, или же это будет просто жестчайший нагиб на Джаггернауте. И тест комплекта у нас будет в каком-нибудь другом ролике, поэтому сейчас начнем нагибать и посмотрим, что у нас вообще, в принципе, тут получится. Пока начало битвы очень-таки неплохое, звание на данном аккаунтике надо потихоньку качать. И очень многие ребята на стримах мне сказали, что данный аккаунт у нас не будет жить. Но поддержали данную рубрику. Спасибо вам за поддержку, спасибо за те лайки, которые вы прилепили, поставили, если правильно выразиться, на данную рубрику. Я, безусловно, все видел. Видел, что она вам понравилась. Мне она тоже очень-таки сильно понравилась. Поэтому я ее продолжаю. Поэтому будем пилить по ней ролики новые. Будем нагибать. Будем открывать контейнеры. Ну и, конечно же, что-то тестить. Тест комплекта у нас должен быть уже совсем скоро. Ну а в данной катке посмотрим. Может быть, даже у нас его и не получится сделать. Поэтому как-то так. Пока нагибаем. 14-0 уже идем. Полторы минутки у нас прошло. Постараемся сделать 100 на 0. В принципе, на данном звании это не так сложно сделать. Было бы очень-таки интересно, при том, что баланс Джаггернаута у нас изменился. И сейчас сделать данное количество киллов намного тяжелее, чем это можно было бы сделать раньше. Поэтому в данном случае мне очень интересно, получится у меня это сделать или нет. Да, безусловно, у меня имеется М1 вооружение в гараже, и все танки М0 у нас становятся на один выстрел. Не знаю, если честно, если я был бы на М0 вооружении, то, скорее всего, бы эти танки были бы не на один выстрел, а на больше. Поэтому я в этом плане хз. Но как-то так. Постараемся все-таки эту сотку набить. 2 минуты у нас уже прошло, 26 киллов уже набил. Очень хорошо иду, и я думаю, что вполне реально набивать здесь данную заветную соточку. Так, давайте сводимся вот по этому танку. Какой-то он жесткий, опасный. Тут катается. Сразу свелся, сразу нагнулся. Сразу все четко. 30 киллов уже есть. Ну, вообще шикарная катка у нас сегодня получится. Я чувствую, уже очень хорошо меня закинуло. И довольно-таки не сильные противники у нас сегодня здесь на карте. Вот только пару игроков я вижу таких жестко опасных. Но все остальные такие более-менее игрочки по вооружению не такому хорошему. Очень сейчас было опасно, очень было на тоненького, но я все-таки выдержал моментик. Делаю еще плюс 2 килла. Один убегает, окей, хорошо. Не надо, конечно, бежать, но раз вы бежите, я буду у вас сейчас здесь фокус. Пока звание, конечно, на данном аккаунте у нас, ребят, небольшое, поэтому делать киллы в режиме Джаггернаута, можно так сказать, полегче. Но, безусловно, будем качать комплекты, будем покупать новые. Я думаю, чтобы именно жестко-таки нагибать на данном аккаунте, все-таки и нарки, и всего остального на этом аке у нас много имеется, и забирать Джаггернаута будет не так сложно. Пока вообще мне данная рубрика очень-очень радует. Я надеюсь, что вам она тоже нравится. Вы поставите также большое количество лайков, как у нас было на предыдущем ролике. Поэтому прожимайте. Для меня это, безусловно, определенная мотивация делать новые видео по данной рубрике, да и вообще ролики в целом. Например, по бездонатику тоже у нас каждый день выходят ролики, и вы тоже... Что-то, конечно, по бездонатику нравится, что-то не нравится, но тоже вижу вашу активность. Стараюсь сделать как-то очень интересно, как что-то скреативить, какую-то мысль выразить более корректно, поэтому как-то так. 50 киллов у меня уже набито за 4,5 минуты, хороший показатель, при том раскладе, что у второго игрока всего лишь сколько? 4 килла? Но это смешно, смешные цифры. Поэтому постараемся набить эту соточку. И это было бы очень-очень-таки круто для такого ролика. Поэтому, блин, свелся. Опасненько сводится. Сводится у нас, ребятки. Хорошо летит. Ладно. Сливаем его. Чтобы мне точно не слил 59 килов. Хорошо идет.
хорошо идет. Давайте, 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 сводимся, 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 сводимся. Так, не слил, это плохо. Это безусловно плохо, но дабл килл. Дабл килл все исправляет. Еще килл. Ну, опасные ребята уже начинают напрягать меня. Потихонечку, потихонечку начинают напрягать. Я вижу, вижу, вижу эти наплывы. Вижу наплывы игроков. Надо чуть-чуть поменять зону. Меняем зону, идем куда-то в другую сторону. Идем, 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 бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим куда-то дальше. Здесь точно нельзя стоять. Здесь нельзя уже стоять. Здесь меня уже поджидают. Уже хотят мне эту сотку испортить. Ну, мы будем стараться сделать ее. Безусловно. Безусловно, она нам нужна как никогда. Еще плюс 2 килла, 71 уже. Круто. Круто, круто, круто. Я думаю, что если бы я бы сейчас потерял бы Джаггернаут, то я бы успел бы набить киллы эти без него, мне так кажется. Но, безусловно, здесь я его терять не буду. Хотел я, значит, записать ролик по тесту комплекта. У нас тут такой нагибчик прям жесткий получился. Я думаю, что вам данный ролик тоже понравится. И вам приятно смотреть ролики, где Джаггернаут у нас жестко так в ноль нагибает. Безусловно, вы понимаете, что это маленькое звание, что здесь это делать в какой-то мере полегче. Но хотя при том балансе, который они изменили именно в данном режиме, я имею в виду разработчиков игры, то данные в данном моменте и в данное время сделать это тоже не так просто. Но в данной катке мне пока везет и идет довольно-таки хорошо. Остается у нас уже 3 минутки. 83 килла я уже набил. Неплохо, неплохо, неплохо. Фриз там где-то сзади уже появляется. Это очень плохо, что появляются у нас призы. Давайте, давайте, фокус, фокус надо делать, надо делать. Нельзя упускать, не упускать, никакого шанса вообще не давать этим игрокам вообще, чтобы они хоть даже ко мне подъезжали, особенно вот такие фризы опасные. Они точно не должны быть рядом. Викинга, кстати, вот не ваншотчу, как видите. И остается у нас 2,5 минутки до конца данного боя. Я думаю, в конце, после, вернее, данного боя мы еще зайдем в гаражик, откроем парочку контейнеров. Все-таки у нас на данном аккаунтике они с войны еще имеют. В прошлом ролике я открыл 5 штучек. Сегодня посмотрим, сколько сегодня откроем. Возможно 3, возможно 5, возможно вообще 10. Посмотрим, посмотрим в этом моментике. 2,5 минуты до конца боя, 91 килл. И сейчас, конечно, меня хотят слить еще больше. Откидываем одного. Где-то шаф, конечно, целил в меня. Надо бы его убить. Есть контакт. 7 киллов. 7 киллов до заветной сотки. Давно я не делал 100 киллов. При том, что баланс изменен в данном режиме. И сделать это намного тяжелее. Но сегодня идет отлично. Идет отлично. Без дела остается. Кидаю куда-то выстрел в никуда. Где-то вот там. Там хорошо вслепую попадаю. И последний килл. Давайте как-нибудь так вот. Красиво, красиво, красиво его заберем. И сотый килл. Очень красиво, очень хорошо получилось. Мне, безусловно, понравился данный бой. Если он вам понравился, то тоже поставьте лайкос прямо сейчас, пока еще у нас ролик, ребят, не заканчивается. Так, нажимаем, значит, вот сюда. Что касается, ребят, заданок, то здесь все обстоит намного тяжелее. Надо каждый день менять заданочки. Вот эту заданку, кстати, наберите опыт на карте Кунгур. Вы видели, что я играл на карте Кунгур. Но данная заданка у нас будет легендарной. Она на этом аккаунтике у нас пока будет оставаться в гараже. Видите, даже я сыграл на карте Кунгур, набил опыт, но она забагованная. То есть ее выполнить уже невозможно. То есть она какая-то у нас такая жестко нагибаторски легендарная. И она у нас останется в гараже. Так, ну давайте приступим тогда к открытию контейнеров. Откроем сегодня, сколько у нас имеется. 13 контейнеров имеется. Давайте сегодня тогда на ролик у нас откроем 3 штучки. 3 штучки откроем. Первый ролик у нас был все-таки открытие такое, открытие новой рубрики. Значит, и открытие контейнеров должно было быть чуть-чуть побольше. Поэтому давайте откроем сегодня 3. Первый пошел. 125 мин. Кстати, с прошлого открытия мне тоже ничего хорошего не упало. Возможно, хоть тут с 3 контейнеров мне что-то хорошее все-таки выпадет. Открываем второй и 125 двойного урона. Одна нарочка. Что касается нарки, вы сами, ребят, видели, сколько у меня ее здесь на аккаунте. Безусловно, аптечек не так много, но остальной расходки довольно-таки большое количество. И открываем последний контейнер на сегодня. И
3500 кристаллов. Ну, хотя бы кристаллы, хотя бы не нарко, хоть кристаллы, хоть как-то мне могут пригодиться. Надо было бы прокачивать данное вооружение побольше, но пока я не качаю данный Вика-рикошет, думаю, что, в принципе, его ДМ-2 вооружение можно было бы добить, но подождем, пока еще какие-то комплекты, возможно, что-то лучше я себе еще прикуплю. Хотелось бы мне поиметь, раз у нас Джиггернаут, поиметь комплектик с фризом. Поэтому пока копим кристаллы, пусть они у нас будут на этом аккаунте, в дальнейшем посмотрим, во что мы вложимся. Ну а на этом данный ролик подходит к концу. Если вам понравился, то обязательно прожмите лайк сейчас. Подпишитесь на канал, если еще не подписан. Напишите в комментарии также, что вы думаете по данной рубрике. Если вам нравятся именно такого плана ролики, где я жестко нагибаюсь, жестко пытаюсь вытащить катку именно в данном режиме, то тоже отпишите по этому поводу. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, всем, кто посмотрел данный ролик. Всем удачи и всем пока.